Большой вам всем привет, друзья! Вот буквально только что закончился 10-дневный курс Випассана медитации, который проходил здесь, прямо в сердце Шри-Ланки. И по этому поводу я хочу, во-первых, рассказать немножко про эту удивительную технику, во-вторых, рассказать про свой непосредственный опыт практики Випассаны, и в-третьих, показать условия и расписание, по которому я жил все эти 10 насыщенных дней моей жизни. Вперед! Итак, что же такое Випассана? Випассана — это очень простая и эффективная техника медитации, которая пришла к нам далеко из прошлого. Кстати, Гаутама Будда и стал Буддой благодаря практике этой випассаны. То есть он стал просветленным человеком, который нашел выход из бесконечного круговорота перерождений, страданий и вошел в нирвану. Вот так вот. Дословно випассана переводится как наблюдение за реальностью, за такой реальностью, какая она есть на самом деле. Но все это делается в рамках своего тела и в рамках своего ума. Как это делается? Как практикуется випассана? Сначала практикующий затачивает свой ум путем концентрации на собственном дыхании. Вдох-выдох, вдох-выдох, пока из головы не выйдут все потусторонние мысли. И вот только потом начинается самая настоящая работа. Работа над собой, работа и наблюдение за реальностью, за процессами, которые происходят на биохимическом уровне. Работа и наблюдение за вот этими вибрациями, которые проходят по всему нашему телу. С макушки головы до самых ног в нас постоянно что-то вибрирует, каждую секунду что-то меняется. И что интересно, эти вибрации возникают каждый раз после того, как что-то попадает к нам в наш внутренний мир из внешнего мира. То есть это может быть что-то, что мы услышали, что-то мы увидели, что-то мы укусили яблоко, и сразу наши вкусовые рецепторы сообщают нашему телу, что да, это приятно, это вкусно, и происходит реакция, как я уже сказал, на биохимическом уровне, и только на эту реакцию реагирует наш организм. То есть появляется какое-то чувство, как вкусно, я хочу еще это яблоко. И также с негативными вещами. Кто-то что-то плохое мне сказал обо мне, внутри что-то произошло, что-то неприятное, неприятное ощущение, и на вот эти неприятные ощущения я начинаю реагировать, я начинаю злиться. Поэтому все проблемы внутри нас, все проблемы возникают внутри нас. Они не во внешнем мире, они находятся во внутреннем мире. И випассана помогает в этом разобраться, помогает испытать это на себе. Не просто, как кто-то сказал, а непосредственно ты ощущаешь все это на своем теле. Эта техника помогает вычистить все подсознание от старых шаблонов реагирования на различные ситуации, которые мешают человеку жить свободную, счастливую и гармоничную жизнь. И уже на 4-й день этого курса я начал ощущать в себе вот эти вибрации, я начал понимать всю мудрость, взаимосвязь между мозгом и телом,
из-за чего возникают вот эти биохимические реакции. Я начал понимать, что ничего в моем теле не постоянно. Все состоит из вибраций, которые возникают, которые пропадают, возникают, пропадают, и так бесконечно. Возникли новые вопросы, возникли новые ответы. Вот, собственно, в таких условиях я жил все 10 дней. Здесь такой барак, в котором расположены, не знаю, где-то 20 таких, как это сказать, каюток таких небольших. Кровать, сетка от комаров. И все, в принципе, больше ничего здесь нету. Все настолько просто. Все для того, чтобы в голову не попадали никакие ненужные мысли, не было всяких беспокойств, и человек смог сконцентрироваться непосредственно на практике этой техники. И, кстати, все 10 дней запрещено говорить, то есть в полном молчании не проходит. А там, кстати, если выйти, то если нам повезет, мы увидим обезьян. Тут очень дикая горная местность, и очень часто там собираются обезьяны, занимаются своими делами, что-то кушают, едят. Пойдем посмотрим, вдруг выезжают. Вот по такому расписанию я жил все 10 дней. 4 часа подъем, и день заканчивался в 9:30 вечера. С 4 до 9 день насыщен медитациями, которые длились по часу, некоторые медитации длились по 2 часа. В общей сложности получается 10,5 часов одной медитации каждый день. То есть 10 дней получается чуть больше 100 часов медитации. Отличный опыт. Hi Rolf. Hi. How did you find the whole 10 days spending here, and would you recommend it to other people? That's it. I would recommend spending time here. For me, the 10 days were interesting in a way that my mind is always very, very busy, living in other moments, living with other thoughts. And the first few days was hard to concentrate, but I managed to do that in the end, and I got a more calm feeling out of it. And now you're ready to face the rest of the world. Now I'm ready to face and the rest plan of the to world. Go where? I plan to go to Colombo and then buy a three-wheeler there and travel around Sri Lanka. Really? Really? So all the best then. Thank you. Yeah. Good luck, man. Yeah, thank you. Can you say some words, final words? How did you like the course? I really like it, and it was really good for me, but I'm more happy to go away now. Happy to go in the suffering life, in the suffering world, happy to suffer every day. Okay, yes. Wish you all the best. Same to you, my friend. Yeah. Have a nice time in India. Enjoy. Yeah. Don't get lost. Thank you. All the best. See you. Ну и как бы на этом все. Настало время уезжать. Транспорт подоспел уже. И заключительные слова. 10 дней, проведенные здесь, сыграли очень серьезную положительную роль в моей жизни. Я смело могу порекомендовать всем вам пройти через такой же опыт. Такие медитационные центры есть не только на Шри-Ланке, но также в других странах. Они расположены по всему миру, также есть и в России. Сайт dhamma.org. Можете зайти, посмотреть расписание курсов, где
где они проходят, по каким датам. И также ничего платить за эти курсы не надо. Все как бы базируется на пожертвованиях. Хотите, платите деньги, не хотите, нет. Поэтому вот так выглядели мои 10 дней. Таков был мой опыт. Такая вот интересная випассана медитация, такая вот удивительная техника. И, в принципе, можно применять в ежедневных практиках, можно практиковать каждый день, можно что-то применять. Так вот. На этом все. Спасибо большое за внимание. Желаю вам счастья, мира и гармонии. Улыбайтесь, оставайтесь на связи. Всего самого хорошего. Пока. Я поехал.